Всем привет, и сегодня мы будем делать блеск на губ. Вот у меня тоже сейчас блеск на губ, который я сделала точно по такому же методу. Мы берем аквагрим, вот такой вот красивенький, и масло для губ. У меня оно вот в такой штучке, но на самом деле самое обычное, можно шариковое. Берем, тут у меня с лопаткой, просто так удобно, и берем красный. Можно намешать вообще любой цвет, вот. И желательно, блин, не особо удобно то, что у меня вот эта пимпочка. Сейчас я ее сниму. Все, я откупала эту штучку. И сейчас мы, короче, будем пытаться сделать какой-то идеальнейший оттенок. Я хочу, знаете, типа такой винный. Вот. Конечно, вы должны понимать, что при добавлении вот этого вот всего оно будет густеть. Вот. И при этом лучше иметь прям такой жиденький. Вы видите, как я перевешиваю. Простите, я забываю немного комментировать. Просто это очень залипательный момент. У меня получился такой очень красноватый. Я не знаю, как вам показать, видно ли вам или нет, потому что здесь солнце. Я добавлю синеву побольше, вот так вот. Синий у меня такой какой-то плешивый немного. А еще у меня вся баночка в этом самом же масле, это вообще отстойно. Ой, получился такой темненький. Получился, знаете, такой типа виноградик. И не знаю, видно вот этот цвет. Вот. Думаю, немного красненького добавить, и вообще топчик. А хотя вон у меня на дне там красненький есть. Сейчас я все это перемешаю вот так, вот таким вот образом. Поставим и перемешаем, в общем-то, вот этими вот штучками. Да, получился такой, знаете, виноградик просто. Вот. Думаю, добавить немного красного. Самый главный момент. Ни в коем случае не добавлять белый, потому что белый, в свою очередь, сделает уже не блеск, а более помаду какую-то. Вот так вот. Еще мне нравится, потому что получается какой-то, знаете, корейский такой бальзам. О, мне попал белый. Мишанькаем. Блин, забываю то, что надо снимать, потому что эта идея пришла мне слишком быстро, я не успела ее даже отрепетировать. Вот. Все равно такой вот цвет, вот этот вот. Я здесь просто стоя, не очень удобно. Хреново то, что ой, слишком красно. Плохо только одно, то что блеск попадает на грим. Но, в принципе, если что, грим самый дешевый из Ашана. Смотрим цвет. Уже получше, кстати. Вообще красный. Давайте-ка сами возьмем вот столько и будем делаем свой идеальный бальзам, блин.
Блин, очень трудно на самом деле как-то найти середину между этим всем. Вот. Потому что то слишком синее, то... Как бы да. Ну, вроде бы вот такой вот цвет выглядит прикольным. Я вот так... О! Я могу на коленях это все снимать, солнце, ё-моё! Во! Вот так вот. Мне не слепит глаза. Так, убираем всю эту с вот этих вот штучек. Давайте нанесем его на губы. Закрываем. Давайте перенесемся на пол, потому что мне слепит солнце. Посмотрим, какой получился итоговый цвет. Вот. Такой багровый. Мне прямо нравится. Я видела такой в этом Пинтересте, и я прям хотела купить блеск такого оттенка, но он был ватовым. А это свой. Капец. Конечно, лучше до этого как бы намешать цвет и потом это разбавлять в масле. А не вот так вот. На самом деле я даже не вижу, какой у меня сейчас цвет губ. Так что. Ну, я типа 50 на 50 вижу. А еще криво накрасила губы. Потому что я крашу не в зеркало, а в камеру. Если меня спрашивают, что за блеск, я его сделала сама. Идем смотреть. Не надо мне писать, что я криво накрасила губы, я знаю. Вот. Идем смотреть. Мне здесь близко. Относите на близкую зеркалу. Слушайте, прям такой. Офигеть. Ну, знаете, если нормально еще накрасить, как бы... А вот смотрите. Блин, пришла. В принципе, выглядит более-менее даже годно. Теперь вы знаете, как можно сделать свой блеск для губ дома. Прям мне так нравится, прикольно выглядит.